него он перехватывает прострел Алекса и не позволяет там Раулю Кампосу замкнуть дальнюю штангу. 2 минуты 4 секунды до конца второго тайма. Еще ничего не решено. Мигелин. Ревильос. Мигелин. Мигелин его блокует. Алексу мяч достается. Снова Мигелин. Фернандао уже начинает мешать голкиперу россиян. Удар, мяч попадает точно в руки. И летит, летит и падает в ворота. Фантастика. Густаво забивает в пустые ворота. 6-2. Сборная России делает колоссальный шаг к полуфиналу. 6-2. Вы когда-нибудь такое видели? Чтобы Испания проигрывала с таким разгромным уже счетом. Больше 3 это разгром. Но еще не все решено. Еще целых 100 секунд у Испании есть. Испанцы продолжают играть впятером. 1.5 минуты до конца второго тайма. Рауль Кампос. Мигелин. Мигелин. Бьет Мигелин на месте Густава. Парирует он этот удар. 25 минут. Снова Мигелин. Фернандао. Ревильос.